находимся в спортивном комплексе «Арена Истра», в спортивном клубе глухих «Викинг». Я работаю здесь инструктором по физической подготовке людей с нарушениями слуха, ведущий и организатором. Каждую субботу неслышащие играют в волейбол, настольный теннис, дартс, бильярд. Неслышащие ребята пользуются льготными услугами, посещают бассейн, тренажерный зал. Иногда активные члены общества глухих выезжают на областные соревнования. Участвуют в спартакиадах по различным видам спорта. Мы расширяем спортивный досуг. Также сотрудничаем с управлением по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации муниципалитета, с Федерацией спорта глухих и с Центром социального обслуживания «Милосердие», где я работаю социальным работником и председателем местного отделения глухих. Виктория очень уникальный человек. Ну, во-первых, тем, что она как бы не слышащий человек, но при этом очень хорошо понимает и читает по губам. Мы с ней разговариваем как будто так, как будто бы она слышит. Вообще никаких в этом плане ограничений нет. Очень добрый, очень такой положительный, стремящийся что-то сделать в жизни человеку. Вот. Прям вот действительно такая ценность для нашего учреждения. В городском округе Истра 120 человек глухих. На учете у меня состоят 70 человек, а из них 30 человек занимаются различными видами спорта. Эту работу я очень люблю и уважаю, но трудности, конечно, есть. Они связаны в основном с контактами, тем более, что я сама глухая с детства. Часто приходится обходиться без переводчика, но так как я работаю здесь уже 15 лет в обществе глухих, мне удалось наладить контакт с людьми, с которыми я работаю. Они меня понимают. Вначале, конечно, было трудно, но потом наладилось. Самое смешное, что я помогаю глухим, оказываю им услуги переводчика. Например, вожу глухих в пенсионный фонд, многофункциональный центр. Сложности всегда бывают, были и будут, но я в своем родном городе адаптировалась уже. Немного расскажу мою биографию. Я родилась в семье слышащих в Истре. Моя младшая сестра Ольга – слабослышащая. Большую часть жизни я провела в Москве, в интернате, в детском саду и в школах-интернатах. Трудовую деятельность начала тоже в Москве. Работала машинисткой в театре жестов. Раньше компьютеров не было, печатала вручную. Рано вышла замуж, муж тоже глухой. Спустя 10 лет родился наш сын, Давид. Это мое сокровище. Я хочу закончить школу, получить хорошие оценки за ЕГЭ. После этого хочу поступить на юридический факультет. Моя мечта – стать юристом и помогать глухим, чтобы они были юридически грамотными. Я недавно перешел в другую школу. Это уже третья моя школа. Первая была истринская, потом две московских. Конечно, везде проблема в том, как обучают детей. Везде практически половина учителей не владеют жестовым языком. Мы сами учимся и, грубо говоря, не понимаем особо, что говорят нам. Хорошо, что в 2013 году вступил в силу закон, признающий жестовый язык. Но это мало что дает. За это время мало что изменилось в образовании. Все учителя не владеют жестовым языком. Я прекрасно понимаю, что те учителя, которые хотят обучиться жестовому языку, не могут полностью получить знания из-за того, что очень слабый контакт. Да, действительно, уроки жестового языка в школах обязательны. Надеюсь, что в дальнейшем это будет внесено на законодательном уровне. В Московской области, к сожалению, нет общества глухих из-за проблем с финансированием. Есть только в Москве. На их сайте можно найти много полезной информации. К нам приходят неслышащие, читают различные журналы. Кроме того, мы оказываем им различную помощь, чаще всего в оформлении документов. Я, как председатель местного отделения глухих, провожу здесь культурные мероприятия, народные праздники, и не только здесь, но и в спортклубе. Нам стало комфортнее жить в нашем родном городе. Родители мужа все рождены глухими. Свёкор работал слесарем на заводе научно-исследовательского института электромеханики в Истре. А свекровь там же прессовщицей. Они уже давно на пенсии, живы-здоровы.
Мне не очень приятно это вспоминать. Этот случай произошел летом, 3 года назад. Мы были на выезде, отсутствовали всего 1 день. Каким-то образом вор зашел через окно. Мы живем на 1-м этаже. Он взломал окно, проник в квартиру и украл самое ценное. Ноутбук, где хранились все данные и фотографии, в том числе и по работе. И это уже не вернешь. Украли не только ноутбук, но и другие ценные вещи. Правда, потом этого вора быстро нашли. Им оказался приезжий из Ростова. Здесь висят портреты тех спортсменов, которые участвуют в различных видах спорта. По плаванию, по гиревому спорту, по настольному теннису, по боулингу, по спортивному турслету, по волейболу, бильярду и шахматам. В обществе глухих у нас есть Юрий Точенов из Дедовска. Он мастер спорта международного класса по плаванию. Вот, это Юра. Он у нас работает, ремонтирует все. Ему очень нравится, делает от души, старается, расчищает дорогу, говорит, что очень доволен. Многие глухие не могут найти работу здесь, в городе. Некоторые работают, но большинство вынуждено ездить в Москву, чтобы подзаработать. Но это далеко. Мы бы хотели узнать насчет магазина Leroy Merlin, который скоро откроется в Истре. Хорошо, чтобы там были квоты, и инвалиды по слуху могли бы устроиться туда на работу. Я считаю это своим талисманом, потому что руки передают всю информацию, дают контакт с людьми. Этот жест, он бережет ангела, а ангел бережет свои ручки. Я специально выбрала эту картину. Это дерево из рук. Обратите внимание, здесь разные жесты. Где-то привет, где-то молитвы, где-то победа, где-то любовь и так далее. А это нарисовал глухой художник из Истры, Юрий Лукьянов. Он нарисовал картину на жестовом языке. Изображает дом, лампу, окно, телевизор, антенну, кровать, стол, стул, деревья. Тактильной азбукой «Истра». Я сейчас в таком возрасте, когда начинаю задумываться, чтобы окунуться в практику йоги. Да, потому что недавно посещала секцию по йоге здесь, в нашем здании. Правда, без переводчика трудно приходится. Надо знать, как правильно дышать, как правильно медитировать. Но меня радует, что я могу узнать обо всем этом через Инстаграм. Я нажала и связалась с инструкторами, и потом прочитала их ответ. Самое главное, что если рождается глухой ребенок у слышащих родителей, желательно посещать специальные курсы жестового языка, хотя бы ради ребенка вести контакт. Если этого не будет, то общение сводится к простой фразе «да», «нет». В Москве есть курсы жестового языка, так что я говорю всем слышащим родителям, если ваш ребенок глухой, не бойтесь, не пугайтесь. Хорошо, что мы живем в 21 веке. Можно все через интернет посмотреть, получить информацию с сайтов. За полвека, что я добилась, я рада, что все мои мечты сбылись. Самое главное, что я поняла, надо быть целеустремленной, верить в себя, и тогда все мечты сбудутся. А если этого не будет, тогда мечты остаются на века. Yeah.